Разбавитель для масляных красок. Кисточку там не моем, не промакиваем. Только маканием берем жидкость для разжижения. Взяла жидкость, взяла белильца, сделала сметанный замес, взяла розовый, взяла голубой. Получился фиолетовый цвет. Там много фиолетовизны. То она в пользу голубизны. Единственное, что заляпать его очень легко, а с бумаги оно не стирается. С фотографии стирается, с бумаги нет. Поэтому пусть пока постоит в стороне, пока мы наберем основные пятна. Достаточно вязко, не сильно разжижено. Перепачкаешь весь холст штриховательно. То есть с некоторым звучанием штриха. Хорошо? То в пользу розовизны, то в пользу синевы. Вот такое. Полностью избавиться штрихом. Же, ребят. Единственное, вот эту жижу больше лучше промокнуть ее с холста, она будет мешать только. Берешь те же и немного мастихином создаешь идею множества. Идею множества этих листьев. Вот такими действиями. Прямо потренируй мастихином баловство. Сначала фиолетового толка, а потом возьмешь голубой, желтый, получится зеленый. Но там зеленый не ядовитый, у нас ядовитый. А возьмем плюс коричневый и, может быть, даже плюс красноту к зеленому. И будет более сложный, более богатый цвет. Вот такими действиями наполнить содержание. После этого ты вытираешь те места, где у нас цветки, вытираешь до сухонького холста. До сухонького. Берешь на палец это и начинаешь формировать первое проявление цветков. Вот такое. Мера краски небольшая. Не очень много краски. То есть не напрасно мы вытерли, чтобы было не очень скользко пальцу. Вот такая мера, первая мера краски. Затем сверху на вот эту подкладку, будешь брать уже более светло и укладывать вот такие лепесточечки, как масло на хлеб. Вот они. Доразмешивай, старайся, эта полосатость ни к чему. То есть постарайся более плотно, более плотненько. Да. И, наконец, в центре еще раз, еще более светло. Да. Еще. Еще более светло. И даже очень. Вот такое будет у тебя содержание примерно. Давай. В цвете терпимо, все терпимо. Единственное, что может быть чуть темнее создать это пятно. Сразу смотри, что я делаю, как я делаю, нахально. Просто для меня сейчас важно само пятно. Я не пытаюсь сейчас рисовать. Пятно. Там больше красноты, там больше сиреневизны. Вот пятна создал. Но идея множества листьев, да? Как бы главная идея этих пятен – множество листьев. Можешь чуть-чуть пальцем вспомочь. Будут вот такие мутноватости, тоже пригодятся. Вот такие мутноватости. Чуть-чуть. То есть скульптор работает, видишь, да? У него в руках некий пластилин, и он, скульптор, создает некую среду обитания. Только тот делает в пространстве, а мы скульптурим на холсте. После вот этого ты берешь, вычитаешь, и в это пространство пальцем, средним пальцем, розовато,
начинаешь вгонять вот эти пятна малым количеством краски, не бомбим густотой. Вот то, что я сделал, ощупать пальцем, и те другие цветки, которые ты будешь набирать, стремись удерживать количество краски такое же. Хорошо? Вот такое же количество краски, которое не очень скользит под пальцем. Это для первого слоя. Мало того, не рисуем шестеренку, а рисуем с какими-то выпадами, какую-то неправильность. Потом ты берешь мастихин и кладешь первые заслоняющие, и тоже не по характеру шестеренки, заслоняющие. Потом берешь еще белила и уже окончательно густо моделируешь центр. И резательно можно моделировать, и укладывательно. Согласна? И можете еще в центре, еще гуще, еще фактурнее. Давай в таком ключе. Вот так делала, да? Сравнивала с тем, что у меня? Ну, здесь шуши, там вот такое шуши. У меня тоже, да, тоненькое. Смотри, у меня широкие. Да. Смотри, какой был захват. Вот такой. Крупный захват. Вот такой. Нет, сейчас. Ну, терпимо, терпимо. Вот такой крупный захват был. Угу. Ты видишь? Крупные лепестки. Не вот эти вот. Да. Вот эти. А вот такие. Вот такие. Тоже можно кое-где, смотри, от края туда пустить. И вот симпатичный парень. Плюс густоты, и произойдет все. Темного немножко не хватает в этой картине, темного. Сине-розовый. И кое-где, очерчивая, подпустить глухих мест. Глухих, вот таких пустых, глухих мест. Смотри, раздавленных пустых. Вот если здесь у нас все так начиркано, то эти глухие и пустые. То есть некий каркас глухих и пустых мест. Плюс коричневый к этому замесу. Вот таких пустых и глухих. То есть это темнота. Поэтому ее, эту темноту, снабдим вот этим глуховатым. Темнота, она всегда чуть-чуть глуховата. И уже сверху на эту глухоту придут более-менее нарядные ребятки. Зеленые, желтый с голубым, иногда плюс коричневый. Разрезывательно придут лепесточечки. Разрезывательно, нарушая структуру этой пустоты. Прикольно? Придут эти зелененькие, нарядненькие. Вкусненько? На глухоту. Хорошо? Где-то коричневый с желтым. Будет такой охрянный цвет. Его тоже подпустишь там-сям. То был у нас желтый-голубой, а это немножечко охрянный цвет плюс коричневого. Можно даже чуть-чуть где-то и вырезать. Вот так прям понапутать этих. Штриховать можно вот так, навязывая, штрихом навязывая иное пятно. И уже в это потом вложить, допустим. Вкусненько? Значит, поняла, с этим
Значит, еще один забавный трюк. Мы берем чистое место у тряпки, берем нужные цветики, например, с розовиночкой, и подштриховываем фоновое пятно вот в этом направлении. Цветы немножко начинают таять, но появляется пространство. В местах касания, в местах таяния появляется пространство и становится интересненько. Значит, белил добавишь и вот эти вещи понашвыряешь. То чуть-чуть розовее, то чуть-чуть синее, да, то просто бело. Белила валяются сюда. Неужели там нет уже белила? Особенно к моему приходу стараемся, чтобы на палитре были краски. Ну и ничего плохого ты не делаешь, делаешь хорошо. Теперь еще светлее. Мазочки хорошенькие, вполне съедобные. Давай. Ушел слишком стал извилистый. Темный как-то поушел тоже. Смотри, он попал в среду. Я просто потоптался там, а он попал в среду. Слишком кричит его белизна. Нету темного каркаса. Вот это звучание, да? Основное звучание вот по этому направлению. Ладно? Ну ты ложись, уже спи, уже не волнуйся. Давай дальше. Ну что, как ты делаешь? Настроение хорошее? Ну ладно, я не звонила, я просто время не видела. Это прикольно? Соплевидные. Казалось бы, ну разве можно так? А красиво. Смотри, я несколько более рубленый характер даю. То есть ты переборщила с закругленностями. При том, что они там есть, но ты слегка переборщила. Ага. Идея трав в том числе. Может, там и не было травы,
на той картинке, с которой он работал, ну, он немножко и идею трав подпустил, чтобы обогатить. Чуть центральным цветкам дополним яркости. Да. Ну, он подмешивается, пока мы его кладем, он подмешивается чуть-чуть. Очень хорошие звуки. Это твои? Угу. Берегу, даже не прикасаюсь, потому что очень технично, очень технично. Не знаю, какой у тебя опыт в живописи, но демонстрируешь качество, исполнительскую смекалку. Я очень много смотрела, но все. Ну вот демонстрируешь смекалку исполнительскую, внятную смекалку. Нигде нет, потому что все смотрят видео и только сталкиваются, сразу выкупают. 800. Недельку посохнет. В дорогу мы же сколачиваем один холст.